Всем доброго дня! Я рада приветствовать всех зрителей своего канала «Вяжем крючком» с Ольгой Головатой. И как всегда, я вам напоминаю, что у меня есть еще параллельный канал, где мы с вами вяжем спицами. Ссылочку на этот канал вы найдете в описании под этим же видео. Ну а сегодня мы с вами свяжем вот такой вот красивейший узор, который вам обязательно пригодится для вязания кардиганчиков летних любой длины. Что коротким жакетиком, что длинным кардиганом, этот узор будет смотреться просто шикарно. Узор этот совсем не сложный. Он состоит из 17 петель в рапорте и 8 рядов в высоту. Мы сегодня наберем одно повторение рапорта, это 17 петелек и плюс 19 петель для симметрии узора. 14 петель будет у нас с правой стороны и 5 петель с левой. Образец этого узора я связала на 100% марсеризированном турецком хлопке бегония, 50 грамм, 169 метров и крючком 1,6, хотя этот узор будет смотреться и во многих других пряжах. Ну а хлопок, если будете покупать, то очень богатая цветовая гамма для лета на любой вкус. Ну что ж, давайте наберем наши петельки для образца. 17 для рапорта, 19 для симметрии, это будет 36 петелек. Первую петелечку мы не считаем и набираем в цепочку 36 петель. 2, 3, 4, 5 и так до 36. 37 петелька у нас для разворота. И вяжем один ряд подготовительный столбиков без накида в каждый колосочек, в каждую цепочку. Провязываем так до конца ряда. Связали вот такую вот подготовительную полосочку и отсюда начинаем вязать уже сам узор. Вяжем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Разворачиваемся. И у нас эти 3 воздушные считаются за первый столбик с накидом. Теперь в следующую петельку мы провязываем еще один столбик с накидом. Вяжем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Пропускаем 3 петельки и начиная с 4 вяжем 9 столбиков с накидом. Мы с вами связали петли для симметрии с правой стороны. И с этого места у нас будет просчитываться рапорт, который у вас будет повторяться в полотне. Вяжем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Пропускаем 3 петельки. И в четвертую вяжем опять столбик с накидом. В следующий мы опять провязываем столбик с накидом. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И пропускаем 3 петельки. Начиная с 4, мы снова вяжем 9 столбиков с накидом.
мы связались с вами с этого места, раппорт узора. И теперь в конце мы свяжем петли для симметрии с левой стороны. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Пропускаем 3 петельки. И 4 у нас столбик с накидом. И еще один столбик с накидом. Мы связали с вами первый ряд нашего узора. Теперь переходим ко второму. Вяжем воздушную петельку, разворачиваемся и в эту же петельку провязываем столбик без накида. Теперь переходим под цепочку и вяжем снова столбик без накида. Провязываем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Возвращаемся и вяжем пико под вот эти вот, входим под вот эти две дужки. У нас получается пико. И снова под цепочку провязываем столбик без накида. Если вы вяжете пико на цепочке, под цепочку, то нужно сделать вот так вот, как я показала, чтобы это пико у вас не разъезжалось и не получалась арочка. Теперь мы провязываем 2 воздушные петельки и пропускаем 1 столбик, начиная со второго, вяжем 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Теперь снова вяжем 2 воздушные петельки. 1, 2. Заходим по цепочку, вяжем столбик без накида. Провязываем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Возвращаемся, подхватываем вот эту дужку и следующую. Провязываем столбик без накида. И снова под цепочку еще один столбик без накида. Теперь провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И переходим вот под эту арочку и снова вяжем наше пико. Вяжем столбик без накида, 4 воздушные петельки, 1, 2, 3, 4. Подхватываем вот эти вот дужки, провязываем столбик без накида и по цепочку еще один столбик без накида. Теперь у нас 2 воздушные петельки и мы вяжем 7 столбиков с накидом. Первый пропускаем, получается посередине вывязываем, теперь опять 7 столбиков с накидом. Снова у нас идет 2 воздушные петельки. Опять заходим в арочку столбиком без накида. Снова делаем пико. 1, 2, 3, 4. Подхватываем вот эти вот две дужки. Вяжем столбик без накида. И снова из-под арочки еще один столбик без накида. 1 воздушная петелька и в уголочек у нас провязывается столбик без накида. Мы с вами связали второй ряд нашего узора. Переходим к третьему. Вяжем 3 воздушные петельки. 1, 2 и 3. Разворачиваемся и эти 3 воздушные петельки у нас считаются за столбик
с накидом в начале ряда. Теперь по узору вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И заходим вот в вот эту вот маленькую арочку после пико, столбик без накида провязываем. Теперь провязываем 2 воздушные петельки. И у нас посередине вяжутся уже 5 столбиков с накидом. Мы первый пропускаем. 1, 2, 3, 4 и 5. И последний пропускаем. Снова вяжем 2 воздушные петельки. Опять заходим столбиком без накида. Вот эту вот арочку маленькую. Провязываем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И из этой арочки, которая у нас между этими пико, мы вяжем 2 столбика с накидом. Раз и два. Теперь мы снова провязываем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Опять переступаем пико. И вот эта вот махонькая арочка. Провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки. Здесь у нас должно вязаться 5 столбиков с накидом. Первый пропускаем, начиная со второго. 1, 2, 3, 4 и 5. Опять вяжем 2 воздушные петельки. Заходим в столбик без накида, 1, 2, 3, 4, 5 и пропуская наше пико в угловую петельку, мы вяжем столбик с накидом. Вот у нас есть уже третий ряд узора, теперь переходим четвертому. Вяжем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Это у нас будет считаться за столбик с накидом краевой. И теперь под вот эту вот большую арочку из 5 петель мы вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Провязываем теперь 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И тоже делаем пико на вершинке наших столбиков. Вот под вот эти вот 2 дужки. Подхватываем, провязываем столбик без накида. И снова под эту же арочку мы вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Теперь провязанные наши столбики мы уложим вот эту вот арочку столбиком без накида. Вяжем 2 воздушные петельки и у нас здесь остается 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Опять провязываем 2 воздушные петельки. Заходим в арочку, провязываем столбик без накида. И теперь из-под большой арочки мы вяжем опять сразу же 3 столбика с накидом.
Раз. Два. Три. Четыре воздушные петельки. Под вот эти вот дужки мы провязываем пико и снова вяжем в эту же арочку 3 столбика с накидом. Одна воздушная петелька. И переходим в следующую арочку. Мы снова вяжем 3 столбика с накидом. Четыре воздушные петельки, опять под дужки подхватывая, провязываем столбик без накида, и снова под эту же арочку мы вяжем 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Опять заходим сразу же в эту маленькую арочку, вяжем столбик без накида и 2 воздушные петельки. И снова у нас здесь остается 3 столбика с накидом. Раз, два и три. 2 воздушные петельки, заходим в арочку, провязываем столбик без накида, и из-под вот этой вот большой арочки мы вяжем половинку нашего вот такого вот веера. Одну часть провязываем, вяжем 3 столбика с накидом. Раз, два, три, четыре. За 2 дужки подхватили, сделали пико и провязываем еще 3 столбика с накидом. Раз, два, три. И 1 столбик с накидом мы сделаем краевой. Если от уголка, мы считаем раз, два, три в третью петельку. Он у нас будет как краевой ребро, кант нашего узора. Мы с вами связали уже 4 ряда, и это первая половина нашего узора. Теперь мы перейдем на вторую половину. Узор будет располагаться в шахматном порядке. Вторая половина узора у нас начинается с 5 ряда. Мы вяжем 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Это у нас считается за подъемный столбик. И теперь провязываем, вот у нас видно, 3 столбика с накидом. Раз, два и три. Теперь мы провязываем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И переходим к нашим столбикам с накидом предыдущего ряда. Мы над ними вяжем теперь 2 столбика с накидом. Раз и два. Вот мы сделали нашу краевую часть. Теперь мы опять провязываем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Заходим за пико и вяжем 3 столбика с накидом уже после пико. Раз, два и три. Под вот эту вот
маленькую перемычку мы провязываем еще 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Дальше над столбиками опять 3 столбика с накидом. Опять провязываем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И пропуская вот это пико, переходя сразу уже на вот эти столбики, вяжем 2 столбика с накидом. Опять вяжем 3 столбика с накидом. Раз, два, извините, 3 воздушные петельки. Пропускаем пико, за пико начиная, мы вяжем 3 столбика с накидом. Раз, два, три, и один столбик у нас будет как кривой. Мы перешли на вторую половину узора и разместили его в шахматном порядке. Теперь у нас по центру будет вязаться то же самое, а вот по бокам, по краям немножечко по-другому. Поднимаем 3 воздушные петельки, разворачиваемся и вяжем еще 2 столбика с накидом. Раз и два. Провязываем 2 воздушные петли, заходим под арочку, вяжем 4 воздушные петли, 2, 3, 4, и делаем пико. Под эту же арочку еще один столбик без накида. Теперь 3 воздушные петельки, переступаем эти 2 столбика, заходим в следующую арочку. Четыре воздушные петельки, делаем пико и еще один столбик без накида. Теперь мы провязываем 2 воздушные петельки и над столбиками предыдущего ряда было 9, нам нужно связать 7 столбиков с накидом. Один пропускаем, начиная со второго, провязываем 7 столбиков с накидом. Связали. Теперь 2 воздушные петельки, опять заходим под арочку, столбик без накида, 4 воздушные петельки, провязываем столбик без накида, у нас получается пико, и по цепочку еще один столбик без накида, 3 воздушные петельки. Заходим под следующую арочку, опять вяжем столбик без накида, 4 воздушные петельки, провязываем, делаем из этих 4 воздушных пико и под арочку снова столбик без накида. Провязываем 2 воздушные петельки и здесь у нас должно связаться еще 2 столбика с накидом и 1
получается краевой. Вот мы с вами связали уже второй ряд второй половины нашего узора и переходим на третий. Поднимаем опять 3 воздушные петельки, разворачиваемся, и у нас здесь вяжется один столбик с накидом. Теперь мы провязываем 2 воздушные петельки, заходим вот эту вот арочку, провязываем столбик без накида. Теперь вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И в арочке между вот этими вот пико мы провязываем 2 столбика с накидом. 1 и 2. Опять 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И переступая пико вот в эту арочку, мы вяжем столбик без накида. 2 воздушные петельки. И у нас опять вяжется здесь 5 столбиков с накидом. Первый пропускаем. И последний мы не довязываем. Опять вяжем 2 воздушные петельки, заходим в арочку, провязываем столбик без накида, отсюда вяжем 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5. В арочку между этими пико провязываем 2 столбика с накидом. Провязываем 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5. И заходим опять в эту маленькую арочку уже за пико. Провязываем столбик без накида. Здесь мы вяжем опять 2 воздушные петельки. И пропускаем мы первую петельку. Вяжем столбик с накидом. И еще один как краевой. Ну вот у нас есть уже третий ряд второй половины. И теперь переходим к последнему. Провязываем 1 воздушную петельку, разворачиваемся. В эту же петлю мы вяжем столбик без накида. Теперь мы переходим столбиком без накида сразу же в эту же первую арочку. И отсюда мы уже из последующей большой арочки вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Теперь провязываем 4 воздушные петли. Делаем пико. И снова под эту арочку мы вяжем 4 столбика с накидом. 3 столбика с накидом и 3. Вяжем 1 воздушную петельку и переходим в следующую арочку. Опять вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Делаем пико. 1, 2, 3, 4. Заходим под дужки, провязываем это пико и снова 3 столбика с накидом. И теперь мы заходим вот эту вот маленькую арочку, провязываем столбик без накида, 2 воздушные петельки, и у нас теперь над столбиками будет 3 столбика с накидом. 1, 2
и 3. 2 воздушные петельки. Опять заходим в эту арочку, провязываем столбик без накида. И отсюда мы вяжем из-под арочки 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. 3 воздушные петельки, вернее 4 воздушные петельки. Сделали пико и снова 3 столбика с накидом. 1 воздушная петелька, и мы повторяем вот такой вот веер. Опять 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Вяжем пико. 1, 2, 3, 4. Провязываем подушки, это пико, закрепляем его и вяжем еще 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Заходим, вот она арочка, наша последняя. Вяжем сюда столбик без накида и еще один столбик без накида у нас будет провязываться краевой. Мы с вами связали полный раппорт нашего узора вместе с шахматным порядком. Далее узор будет повторяться с первого ряда, и этот первый ряд, только лишь один первый, я с вами свяжу. Мы провязываем 3 воздушные петельки. В следующую петельку мы вяжем столбик с накидом. Теперь мы вяжем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Переступаем вот это вот пико и вяжем сразу же за пико. Мы вяжем столбик с накидом. 1, столбик с накидом. 2, столбик с накидом. 3. Теперь вот эту вот маленькую перемычку, под нее мы тоже вяжем 3 столбика с накидом. И следующие над столбиками снова 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Теперь мы провязываем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И у нас вяжутся 2 столбика с накидом. Вот здесь вот на этом конусе над столбиками. 1 и 2. Опять 3 столбика. 3 воздушные петли. Что-то я сегодня заговариваюсь. Пропускаем вот эти вот 3 столбика, переходим за пико и опять вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Под перемычку еще 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. И следующие 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Теперь вяжем 3 воздушные петельки, и у нас получается еще один столбик по краю провязывается. 1 как краевой в уголочек. Вот я с вами связала еще один переход уже на продолжение раппорта. Мы связали первый ряд, это то, как мы начинали вот с вот этого вот первого ряда. Узор, когда гладится, конечно,
смотрится очень красиво. И, как всегда, мы сейчас посмотрим это на большом образце, на уже отпаренном, поглаженном. Очень симпатичный узор, и думаю, что если кто-то задумает связать себе кардиган, то получится красивая ажурная вещь на лето. Сейчас я вам, конечно, покажу еще и схему этого узора и сразу расскажу о тех поправках, которые в этой схеме я сделала. Ну вот вам видна схемочка. Смотрите, если вы будете самостоятельно считать петли, то тут, конечно, не 17, а 14. И это неправильно, потому что потом получается, после первого же ряда сразу же у нас получается клешный узор. И еще вот здесь вот показаны у нас по одной воздушной. И это начинает стягивать узор. Вот здесь вот я добавляла по 2 воздушные сразу же. Потом оно тоже уходит уже на 2. Вот следующий ряд 2 воздушные. И здесь показана опять одна. Нет, здесь всегда должно быть по 2 воздушные. Иначе узор затягивается. Ну и вот смотрите, я когда пробовала вязать этот раппорт, я добавила 3 петли в раппорт. Это одна петелька у меня вот здесь вот в перемычке добавляется. И здесь показано, что 2 столбика вяжутся из одной петли. Я же добавила петлю и связала ее из 2 петель в цепочке. И тогда этот узор нормально укладывается. У нас ровное полотно, а не какой-то веер. Думаю, что схемка вам это пригодится. Любите ли вязать по схемам, а не по моим рукам? Пожалуйста, вот ваша схема. Дерзайте. Ну, а я с вами буду прощаться на сегодня. И, как всегда, вам говорю, до новых встреч, до новых идей и до свидания вам.